Начинается наш поход. Вот эти 8 байдарочек. Народ завтракает. Готово? Да, вот как классно, вообще солнышко мягенькое, все так хорошо. Вот. Команда, небольшая группа, 15 человек. Два инструктора, Роман и Сергей. Далее Будды. Вот мы начали наше движение по реке. Участок от Балаклеи до Савинцев. Вот первые 5 километров мы идем против течения. Весело, в общем, идти. Леночка, ты гребешь? Да, гребу, гребу. А вот инструктор справа появился, блюдет. Мне нужно что-то говорить или вы снимаете? Я снимаю на видео. Не обязательно что-то говорить. Маршрут, да. Маршрут Балаклея Байрак. 24 километра, прошу прощения. Первые 6 против течения. С очень замечательными людьми. Пашей и Леной. Отлично. Все, буду грести, это ли не тяжело, ладно. У нас очередной привал на обед. Поляна не хватало, чтобы где-то дальше до других сенсей. Все, последний мяч, все, спасибо за внимание. Все. Думаю, последнего. Отсчет будет на экране. Видео у нас, едем и плывем. Ай. Помочь или ты сам? Да, красивая. Продолжаем наше путешествие.
Этот участок называется Зеленый коридор. Узенькая река, много завалов. Прикольно. Всем привет. Самая сильная команда вырывается вперед. Как-то так. Так, продолжаем наш поход по зеленому коридору. Красивые места здесь. Единственное, что много бревен. Надо обходить вот так постоянно. Вот. Рыбачки сидят. Вот кто гребет у нас. Основной гребун. Да. Погодка отличная. Хорошо. Прибыли на ночлег, выложили байдарки на берег. Такое местечко, пляжик. Вот. Место для переодевания. Выставили палатки. Это грузовик приехал. Там кухня, готовка еды. Это Леночка готовит кофе. Да. Это мы достигали? Нет. Вот наша палаточка. Там мы будем жить одну ночь. Ну вот как-то так. Стук кокетки дым, совершенно не пригоден для дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Рыбы не умеют ходить и летать не умеют тоже. Рыбу очень просто убить, лишив того, без чего она не может. Аквариумных стекол, мои глаза мне брали, не ловили фокус. Я бился головой в толстый лед этих прозрачных стен. Лучше смерти, где осколков на полу, чем плен. Я знал, что должен быть с тобой еще когда был глубинкой. Поэтому я не лежу с открытым ртом на рынке. Поэтому я не в цистерне и не в банке консерна. Я здесь, и я прошу тебя, не надо нервов. Я так давно тебя искал по грязным лесным руслам. Зубами сеть рвал, напрягая каждый мускул. Пожалуйста, теперь не выплюни меня на берег. Во время очередной бури твоих истерий. Чистый воздух, кокетки дым.
не дал дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Рыбы не умеют ходить и летать не умеют тоже. Рыбу очень просто убить, жив того, без чего она не может. Узковато тут. Да нормально. Комары уже там еще по духам прямо. Ой. Классно так, понятно. Угу. Продолжаем наш маршрут. Второй день. Тоже красивые места. Зеленый коридор. Много завалов таких. Это у меня песок. Веслами напряженка, да? Нету. Ну, пятерых одно весло. Походу ночью кто-то раскрутил свинца на этих. Так мы ложками. Ложки съесть на всех. Можете ручкой помахать, я на видео снимаю. Вам же потом смотреть. Так, очередная стоянка на обед. Что это вы здесь делаете? Да. Наркотики режете? Да, да. Справжний украинский продукт. Без ГМО. Ага. Отлично. Я тоже всегда, когда на камеру надо что-то говорить, стопор. И сказать, что ты хочешь, а сказать не можешь. Подходит, ну говори. Что ты ко мне пристал? Как эти кролики, помнишь? Только он ему. Попробую. Пытаемся заснять черепашку. Одна прыгнула, правильно. Правильно. Да. Плыву.
Да. Задом плыть. Пробка на воде. Да, рули. А? Сейчас она взлетать будет. Тебя прицепилась. Полетела. Ее не видно. А прилизать не могла? Да я бы ее не увидела. Она серого. Увидели мы цаплю серую. Вот она нас увидела. Сейчас будет взлетать, наверное. Красиво полетело. Сегодня все мужские ленточки, как вы видите. Ну да, вам повезло всем. Так, ну что, ребятки, подходите сюда. Кум Сергей. Да, наоборот, Сергей Кум. Будущий Кум Олег. Будущий Кум Олег. Ну что, уставший? Нет. Ну, довольно, я да. Я да. Ну вы больше всех работали. Сами. Если вы не уставшие, мы да. Разберете. Ну что, поздравляем вас с удачным, успешным завершением, финишем. И мы вас поздравляем. Спасибо. С нашим завершением. Ох, жаль, что вы все наконец-то уходите. Да, наши традиции неизменны. Те, кто ходил уже первый раз. У нас идет сначала награждение, потом Бухалова. Вот. И вообще-то я снимаю. Праздничные тосты. Праздничные тосты. Награждение вот таким вот золотейшим медальками. Вырежете потом. Зачем ты это сказал? Так, ну, в общем, начнем, не будем долго растягивать. Мы это можем подождать, а электричка ждать не будет. Да, электричка не будет. Поэтому, ну, пойдем, какая это река? Право, право, право налево. Буду называть, доставать медальку. А, нет, стоп, это не все. Эти медальки, значит, предыстория, предисловие. Эти медальки, значит, награждаются все участники заплыва за укрощение Сиргиса. Вот это она меня показывает. Это Сергей, а то Сиргис. За укрощение Сиргиса и проявленное при этом какое-то качество. Вот то, какое качество кто проявил, написано на этих медальках. Все, поехали. Ну, когда называем качество, аплодируем. Кричим, свистим, аплодируем. За укрощение Сиргиса. И проявленная при этом живчиковость. Аплодисменты. Аплодисменты. Мы продолжаем на СССРовский. Маша, это хорошее качество. Значит, вначале по бодрость, духа и все такое. Нет, это вечером. Украинская мова. Живчика опилась. Да. За украшение Сириса и проявленная при этом фартовость. Ура! Удачливая. За многогранность. За позитивизм.
Тут я должен был по очереди. Давай, мужчина. За бесподобность. Ура! Очаровашка. И тут очаровашка. Ты понимаешь? Ах, оставьте полковник. За авантюрность. Вот так. Вот оно, выпало. Авантюрность, она и в Африке. За шарм. Шарм Аль-Шейх. За голос и за его на гитаре. Да, спасибо большое. Там же, если присмотреться, так и написано. У нас обычно, когда ребята берут гитару в руку, знаешь, это просто такое брончалово именно. Вчера было все красиво. А тут, да, было красивое брончалово. За великолепие. О, да, да. За бодрячность. За активизм. За обаяние. У нас, оказывается, обаян был вчера. За юморизм. Нет, не подходит, меня не подходит. Как раз. За неунывание. Хорошо. За эксклюзивность. О! За незаурядность. За пунктуальность, да? И все, и закончилось медальки. Так, ну и Сергей Александрович. Надо выбрать из среды себя человека, обладающего возможностью красиво говорить, то бишь оратора. Кто сможет на себя взять ответственность, обратиться к людям с хорошими красивыми словами, без матов. Вот. И поздравить их. Пожелать, может быть, кто-нибудь сможет. О, давайте я скажу. Давай, о, сейчас, секундочку. Кто поймает пробку глазом, следующий поход. Бесплатный. Без глаза. Без глаза. Без глаза. Поход без глаза. Что значит неопытный, не пьющий? А, я понял, Паша, у тебя стаканчик есть? Нет. Вот она, улетела. И птица такая, ёлая. Представляешь, если бы тут была наша Наталья Григорьевна. Я их раз о ней только и думаю. И первый, и второй раз. Это верить что-то не надо. Я понял. Нет. Но в этих стране тоже. Ловили оттуда. Опа. Кому еще? Добавить себе. Себе? Потому себе. Фу, да. Придется даже раз. Тут же много просто. Я могу начать, а вы там каждый по чуть-чуть закончить. Я хочу поблагодарить, во-первых, ребят и вашу фирму, которая предоставила такую услугу. Вот мы ходили 3 раза с вашей фирмой, вот, наверное, сейчас самый классный раз. Во-первых, замечательные вы. Спасибо вам за то, что вы активные, такие шустрые, все у вас ладится, все по полочкам. Нет вот этого, не знаю, что делать. Чем заняться, куда поехать. Все, все классно. И очень хорошая дорога. Погода еще вы подгадали, там не знаю, кому отстегнули, вообще молодцы. Вот прям вот ладушки вам спасибо большое. Прям получили удовольствие. Поехали за удовольствием и получили его. Спасибо. Спасибо. Не Таиланд, может быть, конечно. И компания. Спасибо за то, что никто не испортил. Отдых, за то, что еще музыканты, вообще все такие люди. Это тоже важно, потому что от этого много зависит. Осталось хороший такой осадок. Спасибо большое. А остаточек-то остался. Положительный. Ложки-то нашлись. Так, ну что, друзья, ну давайте хруст стаканчиков, звон бокалов сходим. Можно? Рома что-то хочет сказать в какой-то веке. Не дай бог вас еще раз увидеть. Уставшими. Отдыхаем и с нами. Ура! Спасибо. Друзья, у кого есть мобильные телефоны, можно подписываться на наш аккаунт в Инстаграме. BCVT. BCVT Best. Подписываемся. Вот, заходим на сайт, может, bydarky.net, можно оставить отзыв. Это поможет нам с Романом работать, продолжить в этом году. Наладить отношения. Отношения, да. Хорошо. Восстановить отношения. Хорошо. Оставим отзывы, хорошо. Мы с тобой дошутимся как-то. Напишут на нас сайт. Все, ничего, говорит, если бы только инструктора нормальные были, мужики, чтобы были, как бы. Да. Вы знаете, вот их не фотографии. Там немножко еще подукрасили, губки не рисовали. Это тоже далеко тут пошло.
Так что, ребят, вам процветание в вашем деле. Помогаете людям быть модными, красивыми, спортивными. Вот сами такие. И нам помогаете другим. Так нам что... скидочки делайте. Ну, мы постараемся. Вот.